Сес контроль, сес контроль. Вот так мы работаем, работаем. Да, 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 да. Всем привет, мои хорошие. Не хочу показывать себя, потому что у меня ужасный вид. Шапка на голове, делаю маску. В общем, сегодня на завтрак я решила Ашкыму приготовить пюрек. Купила вот такую уфку маркеты. Гюнлюковка. Сейчас вот так выложила. Что делать надо? Очень вкусно получается. Можно я себе сделаю со спанаком, а ему сделаю с этим. В общем, у меня такой сыр биаспинир. Мы берем на базаре. Вот так я его сейчас растолку мелко. Вот, посмотрите, какой он прелесть. Он так хорошо крошится. Такая вкуснятина получается. В общем, положу сейчас на середину и закручу, покажу вам. В общем, смотрите, сыр положила. Сейчас вот одной рукой. Вот так вот я его закручиваю. Закручу и покажу вам. Ну, тут такая у меня колбаска получилась. И сейчас я эту колбаску вот так по кругу. Видите, немножко такая. Надо же ее как-то жарить в сковородке. И все, на растительном масле вот так вот выложу. Потом переверну. Все готово. Кстати, сегодня ночью я очень захотела рыбку. Барбулька уже здесь растаяла она у меня. Ну вот, я смыла маску. Всем привет. Ашкыму жарится. А мне сейчас я сделаю, вот смотрите, приготовила со шпинатом. Я же делаю так. Потом, если супчик захочу, в картошечку раз, там сварилась, яичко бросила, вообще обалденное. Ну, а я не тороплюсь оборачивать, потому что надо быстро на сковородку. Это вот магазинная уфка, мне не так нравится, но видите, как ломается, рвется. Вот моя жарится уфка. Бюрек, а не уфка. Любит масло много растительного. Так, мои хорошие, что хотела вам сообщить. Сейчас разговаривала с мамой и с дочкой, и она сказала, что мой зять возвращается в Грузию. Представляете? Выехал уже со Стамбула от своей мамы, потому что у него заканчивается срок, и он не сможет потом вернуться в Турцию. И еще, я так переживаю, его на 14 дней посадят в карантин. Я не знаю, как это, что будет. Все вам подробности потом расскажу. Ну, переживаю очень. Он сейчас в дороге, кстати. Волосы у меня от маски, посмотрите, длинные, длинные. Ой, какие длинные. Ашки! Тащится от меня! Пользуйте маску, гугль, бубль, мубль. Ашки, мне Гелиорсон. Ашки, отгиби, отгиби. Я знаете, что говорю? Ашки сейчас к парикмахеру не пойдет. Ашки к парикмахеру не пойдет. Вот так и мы будем тоже делать хвостик. Как сейчас модно делать. Представляете, как мы поменяем свой имидж? Да, вот, бенде будьёры, Машки там. Все, пошла я готовить завтрак. Ну вот, Ашкема бюрек готов. А сейчас я покажу, как я делаю вот с испанака, с шпината. Вот сейчас я заверну и на сковородку положу. Так, а это мой бюрек с испанаком, с шпинатом. Пошла я кушать. Добавила немножко красок в свой облик. Волосы так слегка посушила, но надо подкраситься, а то что это такое, как на работу иду, как на работу с вами, как на работе. Немножко туши, немножко карандаша, румян для цвета, ну помада не стоит, бровки естественно подкрасить. И сейчас иду завтракать вместе с Ашкой, чтобы он меня не испугался. Сегодня у нас понедельник, базарный день. Люди... Многие пошли на базар. Вот я вам покажу отсюда, если увидите. Не такой переполненный, как раньше. Вот видите. Ходят по улицам. На площадке никого нет, слава богу. По улицам тоже ходят, без масок ходят. Неответственные люди, неответственные, не понимают, с чем имеют дело. А мы
с Ашкимом. Соблюдаем все меры. Поэтому сейчас сделали заказ по телефону. И нам все принесут. Позвонил он, я не знаю куда, что, потом вам расскажу. И вот мы не хотим выходить на улицу вообще, он запретил, правильно делает. Лучше береженого Бог бережет. Так что вот такая ситуация в Мерсине. На базаре видно пусто, намного было больше людей. Я смотрю, соседи наши выходят и без масок, и все. А насчет этой маски меня спрашивают, это я нашла в запасах у Ашкима. Одна единственная, представляете? Ну, я ее начала одевать, вот одна женщина, покрытые в основном, оберегаются, в перчатках ходят и все, остальные. Вот, дедушка идет с внучкой. И вот эта маска такая классная, у нас одна. И вот я ее одеваю, если что, я буду и выходить. Ну, посмотрим сейчас, что нам принесут, покажу вам. Наверное, что? Кавы чудес? Чудес. Аферинцы. Молодец, Ашкин воду принес. Сын, шуди и кассы не ворон. Ой, молодец, мужик. Кофе выпьем, иди, поболтаем с тобой, а дома все. Лень, конушаим. Вот мой Ашкин воду принес, водичку, теперь у нас водичка будет. Все, сейчас принесут нам покупочки наши. Сказали, полчаса нам надо. Холодно, блин, на улице так вообще. Очки одену, вижу я себя или нет. Здесь волосики сегодня получше уже. Рыбку буду жарить. Приготовила, посолила уже ее. Салатиком. Конфеточки. Одинаковые конфеточки со Ашкимом. Сварыш вердик да? Эвет. Адрес дали это. Заказ, а адрес не дали. Только такое можем мы сделать. Мы дали заказ на продукты и забыли дать адрес. Он сейчас звонит ему, говорит, я-то известный. До такой степени, что вы не знали мой адрес тоже. Хохочет такой Юрий Морис. Вот так сидим и не знаем, чем заняться. Нет, заняться-то много чего. Смеемся, развлекаемся. На балконе сегодня сидели с ним. На солнышке грелись, как на набережной представили. Гурашку мы на набережной. И вот просыпаемся, завтрак и уже вечер. Говорит по телефону Ашкин, закрываюсь. Друзья мои хорошие, принесли пакеты, и что я могу сказать? Чек принесли на Ашкин чек 220 лир. Грейпфрукты 3 кило 14 лир. Обалдеть. 8 лир килограмм. Представляете? Яблоки. Сейчас посмотрим, что такое. О, такие яблоки. 1 килограмм 8 лир. Ну, здоровье главнее. Бендюр. Вот это 14 лир. Грейпфруты. Представляете? Обалдеть. Мусный когда? 10 лир килограмм. 10. Так, я сейчас посмотрю. 14 грейпфруты. Здесь все написано. 20 лар. 20 лир, 3 кило. 3 кило либералов, да. Ярок кило алдых. 15 лир. 15 лир. Сладкий перец.
Ашки бу бизе, ики хафта уч хафта етер. Ну хорошая, свеженькая все. Так, еще что у нас? Апельсины почем? Апельсины. 17 лир. 3,5 кило. Ну, вот это вот лорпинир 14 лир, когда мы за 6 его брали. И тут еще написано, 2 кило помидор 12 лир. 13, 2,5. Это вообще вот такие помидоры огромные. Посмотрите. А, испорч. Ашки, доматеска ту. Чок бую, баксы. А, 2 испорченных. Ну, а что делать? Люди принесли. Пришли без масок. Я говорю, почему вы ходите без масок? 2 молодых человека. Очень, говорю, несерьезно вы относитесь. Ну, зелень 4 лиры. Еще что здесь? Макароны они нам принесли. А, они принесли 2 лорпинира. Ашки, уфка, йог? Уфка, йог. Да. Йог. Уфка, бу. Бет сана, насал бу лорпинир. Лорпинир 2 тана хоймусь. Короче, вот 2 этих макароны. Баксы, доматес на кадар. И к возду. Нескафе. Сосиски вот такие. Не пробовала. Зубную пасту, сенс. Лорпинир yerine şey koymuş. Yufka koyacağına лорпинир koymuş. Tamam. И такая колбаска. Ну, короче говоря, Ашка, вы и мы. И без, мы спаслись. Ладно, пазарда бізе 50 лир арджурдук. Ага. Мы на базаре 50 лир, а здесь вот 200. 220 лир алтутты. Насы и его, и дейл. А не япачас, Ашка, хасталачак? Хочу напомнить вам, как я жарю рыбку. Вот посмотрите, я в пакет положила вот муку. Кукурузная, такая в Турции продается. Мысыр уму. И рыбку опустила. Посмотрите, вот сейчас на одну порцию, вот на сковородку. Тыр-тыр-тыр, и все. И жарить. Вот так будем же, буду жарить рыбку. Сегодняшний наш ужин вот такой, друзья мои. Представляете, одну сковородку пожарила, и у нас закончился газ. Начали звонить вечером. Не возят уже. Раньше заманзили, а сейчас карантин, не возят, только днем. И пришлось в духовке жарить. Вот пока жарила хорошо, но пока вот переложила, немножко испортилась. Ну вот так вот мы кушаем со Шкемом. Приятного всем аппетита. Спасибо вам за ваши подписки, за ваши просмотры, за ваши комментарии, за ваши лайки, дизлайки. Всех люблю. Ваша Светлана.